Максим, привет. В общем, не знаю, что произошло, но я посмотрел, файл тебе пришел не тот. Я работал много, исправлял, и на самом деле я все твои исправления записал. А почему-то сейчас посмотрел файл, который прислал тебе, получилось, что там не сохранилось многое. И, в общем, сейчас переименую и пошлю тебе новый файл и с Бабаджаняном тоже. В общем, там в 9-м такте арпеджиата, в 11-м такте первым пальцем брать половину барре. Я иногда смотрю, ты не берешь половину барре. В общем, уточнять все это надо. В общем, посмотри, пожалуйста, еще раз. Я сейчас прислал, как оно с исправлениями. И сейчас ты уже играешь иногда другие вещи. Мы иногда говорили, что там открытую ми, а сейчас ты говоришь через там соль, ми, ля, минор, септаккорд, играем и в до, переходим через до. В общем, я опять переписал на до. В общем, пожалуйста, посмотри еще раз. В 26-м такте ты мне говорил там бас добавить, я его сделал. Сейчас уже немножко, видимо, подзабылось. А в 28-м такте вот то, что я говорил, было ми. В 29-м так... В 29-м такте ты говорил, хотел, чтобы раскатилось там баре, по баре, а потом переходить. Общем, мне будет долго это все сыграть, я записал. И прошу тебя еще раз посмотреть на 33-й такт, уточни, где и как мы собираемся там до, диез. Вроде там записано. В общем, посылаю сейчас тебе вот так вот. И посмотри, пожалуйста, там я немножко посочинял, но говорил, что худо-бедно, но все-таки интересно, что ты скажешь. И пришлю тебе еще второй раз, на всякий случай, Бабаджаняна, чтобы рядом было под рукой. Посмотри, что там у него. Ну, пока.